Проведение научно-практической конференции «Психология и медицина. Пути поиска оптимального взаимодействия» уже стало доброй традицией для Рязанского государственного медицинского университета. 7 октября состоялось открытие проекта, в котором примут участие студенты и молодые ученые из 35 городов России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Колумбии. Конференция «Психология и медицина. Пути поиска оптимального взаимодействия» является титульным мероприятием факультета клинической психологии. Ее цель – объединение студентов-психологов всех медицинских и немедицинских вузов России, именно клинических психологов. Она проводится для того, чтобы повысить научный потенциал студенчества, подумать о профессиональном развитии наших клинических психологов. Потому что проблемы, которые ставят студенты на этой конференции, они касаются и будущей профессиональной деятельности, и научных исследований. Значение психологии в современном мире сложно переоценить. Количество людей, которые обращаются к психологу именно как к врачу, заквалифицированной медицинской помощью, растет из года в год. И это одна из причин, по которым клиническая психология динамично развивается. Мы давно уже говорим о том, что существует определенный, ну скажем так, дефицит знаний у специалистов практического звена в этом направлении. Очень часто именно тех психологических аспектов, которые нужны в общении с пациентами, с родственниками пациентов, их не хватает. И то, что эта конференция проходит, и проходит она уже не первый раз, это большой положительный момент. Ну а уж то, что это проходит именно в стенах нашего флагмана Рязанского государственного медуниверситета. Это тоже большой плюс для нашего региона. Необходимо расти в том же ритме и молодым специалистам-психологам. За новыми знаниями и опытом они и приехали на конференцию в Рязанский медицинский университет. Рязанский государственный медицинский университет дал нам такую возможность. Хотим сказать спасибо, конечно. Это для нас не первая конференция. Мы посещаем такие конференции. Это конференция по психологии, психологии и медицины. Мы как бы с факультета клинической психологии. Нам интересна взаимосвязь и психологии, и медицины. И поэтому это большая такая возможность послушать, что-то подчеркнуть новое для нас. Надеюсь, что будет очень интересно. Очень хороший уровень. Также медицинский университет предлагает нам мастер-классы, что вот очень интересно. Каждый участник может записаться, интересующийся классы, и получить такой же сертификат. В ближайшие дни участников конференции ждет действительно интересная и насыщенная программа. Актуальные вопросы клинической психологии, мастер-классы, научные доклады и открытые лекции.